Ну и зачем ты свистишь? Воду. Как думаешь, поживает человек, который этим занимался? Думаю, разлагается где-нибудь у себя в квартире. Благодаря опросам было выяснено, что насвистывающий администратор вызывает больше доверия. Мне кажется, надо просто взять половину роботов и списать людей. Они же про нас ничего не знают. А, так вот вы о чем.